Друзья, всех приветствую. Я больше не могу скрывать это. Я обязан поделиться с вами одной тайной. Дмитрий Пелинг нас, конечно, Ветроловов раскусил в этом давно. Но, да, он прав. Ветрогенераторы без ветра не работают. И мало того, что они без ветра не работают, так они еще в это время не заряжают аккумуляторы. Да, Дима Пелинг был прав. Но это еще полбеды. Ладно, в этом мы все ветроловы грешны, что обманываем людей, что ветрогенераторы дают энергию и без ветра. Но мы еще и в другом обманываем людей. Я хочу вам открыть еще одну тайну. Солнечные панели без солнца тоже не дают энергию. Мы всем рассказываем, что вот в такую погоду солнечные панели дают энергию. А сейчас вы видели, из всего того массива на 1,5 киловатта. 1,5 киловатта – это 1500 ватт. Солнечные панели дают всего лишь 20 ватт. И то этого даже не хватит на компенсацию работы холостого хода оборудования. Вот так, друзья, на этом тему с ветроловами и солнцелюбами мы закрываем. Вас все обманывают. Ветряки не дают энергию без ветра. И солнечные панели не дают энергию без солнца. Как бы это ни печально было, но вас все время обманывали. Выходите, простите, не сдержался. Ой, на таких серьезных щах давать такой бред, я не сдержался, друзья. Простите, как это делает Дима, я даже не знаю. Короче, выходите из матрицы. Мы все не настоящие. Всем пока.